Друзья, всем привет из Магнита Косметик. Давайте посмотрим скидочки на посуду. Здесь 30% скидки на посуду, но не на всю, есть еще и больше скидок, то есть больше. Вот на такие, например, вообще 88%, 299 рублей. Нож Сатоку, смотрите, какой стоит сейчас. Тут различные ножи. Поварской, например, тоже 299. В общем, практически на все скидка. А вот этот вот нож универсальный, поменьше, здесь 12,5 сантиметров, 199 рублей. Сейчас поближе его покажу. Качественные, хорошие ножи. Royal Kitchen. И есть наборчики ножей с зубчатым краем. По 349 рублей, две штуки здесь. В общем, вот такие цены. Скидки практически на все. Набор приборов для салата. Два предмета. Вилка, ложка. 199 рублей. Скидка аж 92%. Детские наборчики. Нож, вилка, ложка. Зверятами вот здесь вот коллекционные. В общем, стоят они 199 рублей. Отлично, мне кажется, цена, как на подарок. Можно ребенку подарить наборы ложек для латте по 199. Чайные ложки 4 штуки в наборе по 199 рублей. Наборы вилок 199. Так, что тут еще есть такого интересного? Это вот такая разделочная доска, но нету цены на нее. Тоже от Royal Kitchen, 35 на 25 на 1,5 сантиметра, она толстая, классная, и можно подвесить ее. Вот здесь различные толкушки, смотрите, такая. Есть шумовки. Тоже классные. Половник. В общем, здесь цена 105 рублей на это все. Ну и на скалочке я не вижу цены. Скидка на шампуры. Очень тяжелые, качественные. Вот такие здесь 6 штук наборе. 599 рублей, 60% скидка. 65 даже. Стоили 1749. Смотрите, тарелка, какая милота. Это стекло. Такие маки. Стоит 299 рублей. И есть еще вот такие. Большие. И поменьше. Поменьше по 249. И совсем есть маленькая тарелочка, тоже с маками, по 199 рублей. Очень красивая. Детские салатники. По 89 рублей. Вот этот. А этот чуть-чуть подороже. С космонавтом по 119. Перечницы или солонки. В общем, два цвета по 109 рублей. Бокалы для вина по 39. Стопочки вообще сейчас по 9,99. В общем, по 10 рублей. Вот такие обычные самые стопки. Очень много ножей на скидках. Посмотрите, какие. Есть черный красивый, 239 рублей, 18,5 сантиметров длиной. Такое есть поменьше, по 199 рублей, по 219. В общем, разные здесь. Вот этот с толстой ручкой, с деревянной.
399 рублей нож для овощей. Вот такой с тонким лезвием, 12,5 сантиметров длиной, 149 рублей. А вот этот по 449. Есть наборчики. Вот интересно, это для чего? От Трамонтины. Интересный дизайн. И это же для чего-то. Что ним резать? Так, это нержавеющая сталь. Можно мыть в посудомоечной машине. В общем, это Бразилия. Не знаю для чего, но нарисовано мясо. Стоят они 299 рублей. И смотрите, скидки на кружки. Здесь уже все разобрали. Я познавательно пришла, конечно. Смотрите, 179 рублей. Вот такая кружка желтая, коричневая. Красиво, кстати, смотрятся они. Так, здесь она керамическая. Это Китай. И 350 миллилитров. Объемчик у нее. Очень классные матовые кружки. Правда, осталось только два цвета. Такой этот, прям матовый. Так, это костяной фарфор. Ну и Китай. Так, а миллилитров сколько? 350 тоже миллилитров. Здесь есть еще кружка мерная. Но это обычная пластиковая кружка с мерным делениями. 59 рублей. И вот еще такие кружки. В общем, все поразбирали уже. Такая, например, 209 рублей. Ну и много всяких сопутствующих на кухне. Вот штопор барный, например, стальной, 199. Вот такой по 299. Так, овощечистка по 175. Нож для пиццы. Так, не вижу цену на него. Чеснокодавилка по 229. Щипцы универсальные по 139 рублей. Овощерезка и фрукторезка. Вот такая стоит 119 рублей. Наверное, удобная. Так, крышки для бутылок, пробки по 64 рубля. В виде руки. Вот желтые и зеленые в наборе. Кулинарная кисть по 119 рублей. Два цвета здесь осталось. Так, ну здесь формы для выпечки кексов. Вот такие. 12 штук. 359 рублей сейчас они стоят. Сушилка. Поддон. Одна единственная осталась. Тоже симпатичная. Она на ножках идет. 159 рублей. Друшлаг с ручками. И тоже вот на ножке. По 329 нержавеющая сталь. Очень много всяких салатничков, мисок. Вот такие, например, 149 рублей. Так, вот эти поменьше по 39. И еще меньше по 34 рубля. И есть еще салатники с крышкой по 249 рублей. Вот такой оливковый цвет. Бежевый. 249 рублей. Здесь 5 литров. Хороший объем. Чего-нибудь там солить, мариновать. Так, и миска из нержавейки. Самая обычная. 109 рублей. Здесь 0,750 миллилитров. Так, сито. Тоже на ножке. Стоит 249 рублей. Доска разделочная. Очень массивная, классная.
Смотрите здесь, какая она. 36 на 26 сантиметров. Это бамбук. Стоит 549 рублей. Ну, не написана ее прежняя цена. Я не знаю, минус от этой цены еще ли это окончательно. Не могу точно сказать. Скорее всего, окончательная. И вот еще симпатичные доски в двух цветах. Розовый и зеленый. Вот такие. Написано, что она не боится острых ножей, не впитывает запахи. У нее прорезиненный край и двухсторонняя рабочая поверхность. Так, размер ее 36 на 24 сантиметра. Стоит 399 рублей. Кстати, видела тут набор вот этих крышек пластиковых по 79 рублей. Разные цвета в наборчике. Тоже нужны в хозяйстве. И цена нормальная. 12 штук здесь в наборе. И скидка на термосы. 500 миллилитров. Это нержавеющая сталь. Вот тут цвета разные. Такой мятный цвет. Белый, черный. И две цены. Какая из них точно, я не знаю. Написано вроде все одинаково. 239 и 269 рублей. И вот еще вазочки. Скидочка по 359 рублей. Не знаю, здесь она одна или их тут несколько в наборе. Сейчас надо будет почитать. Нет, она одна. 359. Ну и, друзья, последнее, что посмотрим. Это лопатки, ложки деревянные по 99 рублей. Лопатки тоже по 99. А вот такая из... Ой, нержавеющей стали, длинная. Стоит 199 рублей. Так, вот это по 67. Такая 109. Вот это по 85. Венчики, например, по 149. Сейчас тоже идут по скидке. Толкушки из этой серии 299. Сито тоже пригождается иногда. 149 рублей. Кулинарные кисточки с прозрачными ручками. Красивая. По 119. Терка. 173. Наборчики вот здесь для печенья. Новогодние. 149. Так, вот это интересная щетка с прорезиненной щетиной. Смотрите. И боковые у нее щетинки есть. 99 рублей. Ну и вот эта терочка для корейской морковки. Тут разные цвета в ассортименте. 109 рублей. Такая стоит сейчас. Ножиточка по 199. Ну и наборчики для кексов, для выпечки, формочки по 69 рублей. Разные цвета. И в наборе их сколько тут? 100 штук в наборе. Вообще надолго хватит. 69 рублей. Все, друзья, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.